Лиса готовится, смотрите, как натирает величек свой. Величек? Да. Ручечки. Ручечки свои. Сейчас поедем до магазинчика. Приветики. Приветики. Good evening. Да, добрый вечер, это я перевожу. Я переводчик. Сейчас поедем, прокатимся до магазина. Может быть, что-нибудь купим. Может быть. Угу. How are you, Лариса? I'm fine, thanks. Сегодня мы были на занятиях, учим английский язык. 50 лет наступило прозрение у нас, решили учить английский. Ну, учебе все возрасты покорны, да? Как, посольство будем брать. Да, как любви. A table, выучим. A table. Girl, oh yes, yes. Yes, yes, ABHR. А я вот ничего не протираю, так. Мы приехали. О, зря очистил руки. Это я в таких очках. О! Пошла Лариса. А вот и Лариса вышла. Куда ты пошла? Присядку хотела сделать. Вон велик. Что ты хотела, посидеть? Да. Наверное, вкусняшку какую-то мне купила. Женушка моя, ну-ка. Вот водичка, толстую, тупую воду. Ну-ка, подожди, дай-ка. Толстую, тупую воду. Ну-ка. О, отлично подходит. От него Лариса что купила? Земляные орешки. Это чтобы жизнь медом не казалась. Взял, да, орешек, его надо добыть. Для пассажира, чтобы жизнь медом не казалась. Чтобы их добыть. Ну ты что, будешь дай добывать? Дай одну. На, добывай. Всем привет! Наша семейка, ты да я, да мы с тобой, собираемся на занятия по английскому языку. Правда, зарядки мало, но сколько можем, столько снимем. Все, поехали! Поехали! Вот, пришли мы на учебу, Лариса тут цветочки. Flowers. Да, решила взяточку дать. Present. Она говорит, нет, это не взятка, это презент. Да, тут ремонт идет полным ходом. Покажи меня, как я наряжена. Вау. Высоточка. На солнце встала, вот сюда становись. Окей. Давай. Смотрите. Только дочь не видит, что я хожу. Да. Заехала. Все, погнали. Знаешь, да. Вот сюда мы ходим на курсы, и мы ходим группой, и наша оплата составляет в месяц за одного человека 2200 рублей. У нас 8 занятий. Угу. Вот сюда мы ходим. Центр называется Акцент. И здесь как занятия проходят как группами,
так и индивидуально. Вот конкретно наша группа, она состояла из 6 человек. Ну, кто ходит, кто не ходит. И я сегодня узнала, уточнила, что занятия проходят, будут у нас вестись, вот как она, группа наша пошла, так и на 6 месяцев вообще запланировано. Каждую неделю и вообще что-то разное, какие-то темы. И вот, например, мы начали проходить самый-самый элементарный учебник, да? Стартовый, который мы должны пройти, а потом следующие уже усложняются. Сейчас все очень легко проходит, говорит, быстро, потому что на начальном этапе все очень... Юрий, как сказать, сейчас у нас легкие занятия, задания, да? А потом все будет сложнее и сложнее, да? Да. Ну вот, примерно я рассказала про наше посещение нашего этого языкового центра «Акцент». Вот кому интересно, можете сходить посмотреть, ну и знать, куда мы ходим. Приходите в гости. А вообще, ребята, мы ходим, у нас занятия начинаются в 7 часов. Вечера. В 7 часов вечера, вот два раза в неделю, вторник, четверг. И как бы сразу вот только вторник прошел, и сейчас вот сегодня четверг, то есть еще работа вот какая-то, возраст, еще дела, возраст, мало того возраст. И вот сейчас, когда мы сидели, естественно, то ли утром что-то ты улавливаешь, то ли вечером, ну и она сама устала, чувствуется. Да, конечно, она тоже еле-еле языком ворочает, потому что... Чувствовалось очень сильно, я уже у нее спросила, Натали тайрд? Она говорит... Да, да, говорит, устала. Ну вот, так что, если будете заниматься и уже вы в возрасте, то все-таки нужно бы было пораньше немного. Нет, вот даже с работы отпустят. Ну вот даже хотя бы 3 часа дня, да? 2 часа дня это. Да, ну, ближе к обеду. Желательно бы, конечно, вообще с утра все делать. Мне нравится. С утра надо по больницам ходить, в администрацию, за коммунальные платить. Что там еще? Короче говоря, отдать долг родине надо с утра, а потом занимайся собой. А заниматься собой уже сложно. Вот я реально сплю вот сейчас и ничего не соображала, я не могла ничего понять. Хищи, чистки и так далее. Ну вот, ребятки, приехали домой. Кто-то из нас, вернее, просил показать. Сами занятия мы не стали показывать, то есть... Спросили у преподавателя, у Натальи, возможно ли снять вас. Ну, я там немножко показал, как мы зашли. Ну, а сами занятия не стали, поэтому пока так. Мы спросили, она через сказала, неделю. Что она тут... Я у нее спросила, что она там работает, и только она, когда все узнает, кто у хозяйки этого центра, что он официальный, тогда только нам разрешит. А у нас уже это... Когда это еще будет? То ли еще будет? Может быть, нам удастся заснять наши занятия. Всем пока-пока, бай-бай. Всем пока-пока. Мы же английский учим. Бай-бай. Гуд-бай. Показываешь, что ты будешь кушать на обед. Вот здесь вот принес я с этого, с погреба в прошлом году. Баклажаны по-корейски. Баклажаны по-корейски, да, милое дело. Это у нас что, как называется? Это у нас называется хамса, я ее купила по акции. Хамса по акции. За 69 рублей. Так, хлебушек. Так, и обед. Картошечка. И картошечка, которую тоже мы в прошлом году привезли. Купили. И уложили в погреб. Да, купили. Итого обед нам сколько обошелся? Примерно можешь посчитать, милая? 5000 рублей. Вау, за 5000 рублей можно было съездить. 100 рублей продукты и 4900 готовка. А, 4900, понятно. Видишь, как она себя ценит. Ну ладно, понятно. Жарится у нас, парится. Сейчас будем скоро кушать. Картошка стоит, ароматом дымит. Thank you.
Это мы сейчас ходим на английский, общаемся, пытаемся друг с другом. Так. Садись, ради бога. Еще раз хочу сказать, наш канал не про готовку, не про велосипеды, не про автомобили. Наш канал про нашу жизнь. Читайте внимательно название канала. И вот, ребята, почему у нас такой обед? Я вам открою страшную тайну. Потому что у меня времени не было приготовить, как обычно. А знаете, чем мы занимались? Мы сливали масло. Ну и канистры готовили. Юра нашел место, где принимают отработанное масло, которое это в движки. Ну, он менял масло. С автомобиля. И у него скопились канистры. Это многие годы. Да, и мы их никуда не девали, а тут мы решили же подчищаться, чистить огород, и в конце концов, может, мы двор приведем в порядок. Ну и вот нашли, нам вроде пообещали, что они даже сами заедут за ним. И мы занимались вот этим маслом. Только понедельник. Да, потом всякими разными делами. Те субботу и воскресенье мы сдавали железо, всякие жестяные банки. Всякую ерунду, короче, поздавали. На 2000 сдали. Ему в этом месяце заплатили меньше зарплату, так как он отпрашивался, опять же, чтобы диагностировать, нет ли у него болезней, сдать анализы. И вот за это у нас высчитывают деньги. Да? Да. Отпросился. Все официально. Пожалуйста, высчитали 1500. 1500 это еще хорошо, а то могли бы снять и премию. Как еще начальство посмотрит. Так. Это бы вообще был финиш просто. За такую зарплату еще и премию снять. Ну вот я вам рассказала про то, что хотим сдать масло. Копейки, конечно, но тем не менее 450 рублей на дороге не валяются. Ну да. Вот поэтому у нас такой скромный обед. Ребят, смотрите, какой у нас ливень. Я начала сегодня траву рвать. Думаю, ну, посвящу себя огороду хоть маленько. И такой вот ливень пошел. Ой, аж страшно. Хорошо, что я не поливала, а то бы еще таскала воду. Хоть пионы привязала, а то бы все бы тоже валялись. Вот такой у нас сегодня ливень, 22 июня. Ой-ой-ой, молния. И гром. Все прелести природы. Смотрите, какие мой муж лопаты очистил, выкрасил. Я говорю, как ими копать теперь? Смотрите, какие красавцы. Друженик. Вот что здесь делается. Мы тут начали маленько делать. Суббота же сегодня. Ой, мой огородик. Малепусечный. Много чего не доделала, конечно. Жаль. Но ничего, доделаю еще.